Так и сейчас посмотрим, что это тут у нас-то. Такая за гитара-то непонятно что-то какая-то. Как вам зачем-то как автомат сделали? Ну, наверное, чтобы страшнее было так со сцены-то. Ну, сейчас, в общем, буду смотреть, как уж что получается-то у нее. Ну-ка. Ну, такой малиновый звон-то прям, как будто бы. Очень хорошо вообще. Ну так вот, как хотел сказать-то, что, ну это, клин-то у него ничего такое, вот вроде бы все звучит, так приятно так играет-то, как почти как Курт Кобейн можно. Жалко, что вот только один звукосниматель работает, но зато можно делать эффекты. И ручки тона нету. Тут была раньше, видать, ручка тона там, но кто-то, видать, ее вынул. Даже проводов не оставил никаких вообще. Ну, оно и понятно, оно не нужно. Вот у меня сколько гитар было, я вообще ни разу не крутил ручку тона. На одной крутил, а она тоже так вот отпала у меня. И тут теперь и не надо уже. А в целом хорошо. Но я бы починил, конечно, вот передние звукосниматели. Непонятно, что тут произошло. А в целом так вообще. Ну а надо теперь вот еще как вот. Все-таки гитара для ужаса, для страха сделана-то. Надо посмотреть, как вот она будет с этим. Вот если, например, взять и тяжелый канал включить. Вот у меня тут есть тяжелый канал. Это был легкий сейчас канал. Еще есть вот тяжелый. Уже так вот чуть по-другому уже. Так злая гитара-то получается. Вот вообще прям. А, ну понятно, почему автомат-то теперь. Сейчас. Это. Да что, вот так вот. Такое. Что? А что, если вот взять штатный ремень, вот такой вот подходящий?
штатный ремень. Удобно, стоя так, стоя, будет удобно. Чтобы напялить ремень-то этот. Так-то как бы ремень-то, ну тут, конечно, туго тут, но вообще напяливается. Вот посмотрим. Ремень-то видно уже проверенный годами. Что-то уже как-то он это не очень, ну ладно. Все-таки не целый концерт играть-то, а чуть-чуть сейчас постоим. Видно там меня? Не? Ну, в общем, вот так вот она висит. И не падает с пуза-то. То есть можно... Вообще хорошо висит, кстати, удобно. Можно и... вообще и по улице так ходить. Вообще не мешает она совсем. Такая, а? Такая... Так, сейчас заметил так, что вот звукосниматели-то китайские. А значит, это что получается? Что они, как бы, получается, что тут совсем не написано, какие. No name, значит. Звукосниматель это no name. А следовательно, что получается? Вот слышу, что задран у них верх. Верх-то задран. Значит, что? Значит, песочит она, конечно, песочит. Ничего вот у нее, все у нее хорошо. Не все хорошо, но песочит. Песочит хорошо. Дубль 2, да. Не все у нее хорошо, но хорошо песочит. Вот прям вот чувство. Песочит, вот как будто прям зум встроен. Вот такой был у меня зум в детстве. 5.05. Да. Это где-то валялся он. И вот он, вот у него прям вот, вот эта гитара, звук встроен этого зума, вот что удобно, потому что не надо покупать дополнительно. Короче, мне нравится вот эта вот гитара, вот прям вот беру, я вот беру себе в коллекцию. Недорого, стильно выглядит, вот не знаю, девчонкам, наверное, очень понравится, вот если со сцены таким вот в тебя начнут тыкать. Потому что, как бы, во-первых, ровно, понятно, что, ну, пацанская уже тема, ровно, то есть все ровно, и главное, опасно. Потому что, ну реально, ну что это? То есть, не умеешь играть, так банк ограбишь хотя бы. Так это в ночи-то никто не поймет разницу. Вот, так что рекомендую, советую для хозяйства, для дома, для семьи. Вообще, на любое дело гитара годна вот эта. Вообще, очень нравится. Бай!